Речь пойдет об экономически обоснованном, как мы его называем, импортозамещении, где, собственно, обоснованность достигается через кооперационное взаимодействие всех критически важных участников ускоренного технологического развития. Это корпорации, заказчики, предприятия, производители, государственные институты и созданный нами в 2018 году технологический интегратор, инновационный инжиниринговый центр. Здесь немного углубиться в то, на каком языке должна быть действительно актуальная тема. Безопасность как на мировом уровне, на национальном уровне и также на личном уровне. Почему это важно? Потому что биотехнологии, биомедицина – это область, которая не просто затрагивает наше личное пространство, нашу личную жизнь. Это технологии, которые затрагивают нашу биологическую сущность того, что мы есть, мы живой, мы живой организм. И в этом смысле это очень чувствительная сфера для каждого из нас и для нынешнего и будущего поколения. Были последние несколько лет, а то и десятки лет касательно генетических технологий. Это актуальная тема. Безопасность как на мировом уровне, на национальном уровне и также на личном уровне. Почему это важно? Потому что биотехнологии, биомедицина – это область, которая не просто затрагивает наше личное пространство, нашу личную жизнь. Это технологии, которые затрагивают нашу биологическую сущность того, что мы есть, мы живой, мы живой организм. И в этом смысле это очень чувствительно. Речь пойдет об экономически обоснованном, как мы его называем, импортозамещении, где, собственно, обоснованность достигается через кооперационное взаимодействие всех критически важных участников ускоренного технологического развития. Это корпорации, заказчики, предприятия, производители, государственные институты и созданный нами в 2018 году технологический интегратор, инновационный инжиниринговый центр –